Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать. В преддверии Нового года 2017 года я хочу вас всех поздравить с этим замечательным праздником и Рождеством. С Новым годом, друзья! И хочу пожелать в этом новом году всего самого доброго, самого положительного и как можно меньше беспредела в этом новом году. Спасибо вам большое за ту поддержку, которую вы ежедневно нам оказываете. Интернет, поддержка в соцсетях, вживую, по телефонам. Нам очень приятно. За этот год сделано многое. Многие пьяные сволочи были пойманы. Многие пьяные сволочи все-таки осознали. Большинство, конечно, ничего так и не поняло, не сделало выводов и будут продолжать ездить пьяными. Да, мы будем все равно их ловить. Когда-нибудь мы начнем им ломать ноги. Это была шутка. Думали, вы поверили, нет? Мы будем многим резать колеса. Но это тоже была шутка, представляете? Это шутка. Никогда мы такого не делали и не будем делать. А если кто-то сделал, то 5 баллов. Пьяному водителю надо резать колеса. Это тоже шутка. Я ни к чему не призываю. Я такой шутник-массовик. Так вот. Мы никуда абсолютно не пропали. Дело в том, что очень много времени уходит на монтаж. У нас очень много материала. И, к сожалению, на монтаж не остается времени при наших работах, которые у нас имеются. Что вы нам можете пожелать в новом году? Побольше свободного времени для монтажа. Это дефицит. И мы вас по-любому порадуем в новом году новыми сюжетами, которые вам также понравятся. Ну, конечно, они не всегда будут хорошими. Ну, не хорошими для сотрудников полиции. У меня есть небольшое поздравление для сотрудников полиции. Сотрудники полиции многоуважаемые. Именно многоуважаемые, которые действуют в рамках закона. Я поздравляю вас с Новым годом. И желаю вам всего самого наилучшего, чтобы поменьше встречалось всякой мрази на дорогах, чтобы было как можно меньше правонарушений. Но вам это невыгодно, мы знаем, да, вам это невыгодно, как можно правонарушений и преступлений. У вас же палочная система, ее никто не отменял. Вас же будут за нее и драть, если преступление. Вам придется делать новые преступления или за одного преступления делать два. Мы все это прекрасно понимаем, но это система, поэтому меня в ней нет и никогда не будет. К сожалению... Для вас нет, к счастью для вас, меня там не будет. Потому что я человек такой, взяток не беру. Меня бы, наверное, давно грохнули бы, если бы я был бы в ваших рядах. Свои же и завалили бы. Ну да ладно. У меня есть обращение к нерадивым сотрудникам полиции, которые в действительности серьезные провокаторы, которые оборотни в погонах. Есть такие, в наших роликах такие часто мелькают. У меня к вам пожелание. Берите пример с добросовестных, хороших сотрудников. Они такие есть, поверьте. Я знаю их лично, и те, кто сейчас смотрит этот сюжет, как раз и знают, что я говорю именно о них. И надеюсь, эти сотрудники полиции, которые положительные, помогут неположительным в мягкой форме, назовем их так. Короче, помогите этим оборотням в погонах вести себя нормально и достойно. Дайте им книжку «Федеральный закон о полиции» почитать, чтобы они знали закон. И руководство непосредственно МВД, потребуйте от них конкретного знания и конкретного уважения гражданам, а непосредственно знания Конституции Российской Федерации и действия в соответствии с ней. Никогда не ущемлять прав граждан. Вести себя достойно. Я за достойных сотрудников полиции. Друзья, и мы не будем делать, как это обычно делают все, подведение каких-то итогов. Вы и так все прекрасно знаете, видите и понимаете. Мы не будем бить себя в грудь, какие мы классные и крутые. Мы такие же, как и все. Такие же, как и вы. Мы все равны. Да, мы, может быть, чуточку больше делаем, но вы делать можете все то же самое, что делаем мы. Каждый из вас может делать то же самое, что и мы. И мы призываем, и мы показываем нашими сюжетами, что все в ваших руках. Вы можете делать все то же самое. И чем больше будет таких, как мы, тем лучше будет в нашей стране. Ну, как минимум в нашем городе. Так что с Новым годом, друзья. До новых встреч.